Итак, у нас распознался греческий текст, но, конечно, он не рассчитан на древнегреческий со всеми его особенностями, поэтому потерял. Но у нас есть отдельная страничка, то есть у нас, нам этот текст надо один к одному воспроизвести. Но у нас есть страничка, откуда мы Ctrl-C, Ctrl-V копируем. Значит, копируем в текстовый редактор, да, значит, у нас есть текстовый редактор M-Editor, да? У всех ли есть текстовый редактор M-Editor? Он нужен для работы. Вот мы через него копируем и вставляем наш файл, да? То есть нашли, скопировали. Просто если вы скопируете с сайта прямо в Word, то у вас будет там мусор. Будут ссылки, разные цвета, разные кегли, мусор. Надо снять форматирование и сделать так, чтобы текст был один к одному. Это ответственное задание. Прошу немедленно к нему.